Виза рабочая нет. Нет, дайте что-нибудь. Зетка за рабочее дело. Все же телефоны есть. Там за арку пройдем, где не так шумно, и встанем на потоке. Можно? Да, конечно. А ваша какая? Народная правда. За 6-часовой рабочий день. О, как станет говорить. За рабочее дело. Газета рабочего если класса. Жалко, то парочку. Берите. Главное, чтобы на дело пошло. Там много нового. Отношение к пенсионной реформе. Дайте еще одну. Да давайте, пусть берут. Да ладно, по одной в руки. Наша совесть это главное. Конечно. А сейчас, товарищи, давайте несете на завод, там почитают. Не на завод, а можно парочку, к сожалению. А он все равно. Тоже парочку. Давай, товарищи, все. Газета за рабочее дело. Будете читать? Пока будет. Только обязательно прочитайте. Что? Прочитайте. Там позиция Рабочей партии России по отношению к пенсионной реформе. Так. Пожалуйста. Вот возьмите лучше за рабочее дело газету. Почитайте. Это отличная газета, я вам рекомендую. Почитайте. И другим дайте почитать. Знакомая газета? А? Знакомая газета? Да. Отлично. А, вот, за рабочее дело. Знакомая, да? Обязательно. И не только пенсионерам, а тем, кому уже пенсия не светит. И тем, кто пашет по 20 часов вместо 6. А вот возьмите, «Народная правда» тоже, Рабочая партия России выпускает. Да, это другая газета тоже выпускает Рабочая партия России. А вот возьмите «Народную правду» еще, это тоже Рабочая партия России выпускает. Пожалуйста. Почитаю. А вот «Народную правду» возьмите еще, тоже Рабочая партия России выпускает. У человека просто голоса нет так громко кричать, как я. Понятно. Пожалуйста. Ну вот, рассказал все мои тайны. Но ничего страшного, все человеки, все болеют. Дайте еще, пожалуйста, вашу. «Народную правду» давайте. Да, за рабочее дело известная вам газета, да? Конечно. Ну, там не отец его берет. Можно я возьму? Да, отец просто хотел прийти, но не пришел, поэтому я ему возьму. Спасибо. Ребят, не надо против бороться, надо бороться за. От обороны никогда не выиграешь. Да, это понятно. Только наступать. Да мы уже и так наступаем. Рабочая партия России, да, за рабочее дело. Ну еще будет митинг делать КТР в начале сентября. Если мы, наша главная задача раздать газеты на заводах. Да, рабочее дело. Как вы говорите, начало. Как вы говорите, начало. Это вы две штучки взяли. Соседи. Давайте. Газета за рабочее дело. Газета рабочего класса, да. Рабочая партия России. Почему Ленинград? У нас московская организация, много народа. Газеты возьмите. Можно отдельно? Да, пожалуйста. Спасибо. Прочитайте обязательно. Потому что надо бороться не против, а за. А можно газету? Да? Вот именно. А вот возьмите «Народную правду» тоже. Нет, уже. Нет, вот.
Да тоже рабочая партия России в Питере пускает. У меня ребенок вот этими газетами, прошлыми изданиями, всю школу оттоварил. Я принес домой пачку, да, тут 20 штук изъял. Я говорю, куда делись? Я всем учителям раздал. Я говорю, смотри, забастовку устроить не будет. В каком классе? А? В каком классе? В восьмом. А, в восьмом.